принципе, история с винодел. Когда я придумывал эту историю, перед глазами стоял маленький европейский город. Лёш, это Рапид! Давай ее быстро сделаем! Здесь очень хорошо и комфортно нам снималось. Начали, Ань! Отлично! Стоп! Каждый раз, когда придумываешь сценарий, всегда от чего-то отталкиваешься. От артиста, от его имиджа, от какой-то энергетики, которую несет песня. Загони вертолет к лошади, ну, нажми на них, выйди, они пойдут. А вот в данной конкретной ситуации захотелось оттолкнуться от тех ассоциаций, которые вызвал текст. Замечательную песню написали Дмитрий Дубинский и Михаил Гуцериев. Автор стихов показал мне эту песню. Сказал, что эта песня была написана для меня. Стоп! Стас, молодец! Фонограмма, камера. Сейчас. А, так вот фонограмма. Да, я ставлю. Давай. Поскольку хотелось показать вот масштаб красоты, мы привезли сюда такой маленький вертолетик с камерой. Вертолет летал над старинным итальянским городком. Стоп! Над замком, над полями, распугивал лошадей, лебедей. Песня очень тонкая, душевная, глубокая. Начали! Поворачивайся надо. Я обожаю Италию, я обожаю Верону, я здесь бывала много раз. Пошли! Жалко, что нет времени просто походить, побродить, вот посмотреть красоты эти, в очередной раз насладиться ими. Если Михаил Гуцериев будет писать такие образные стихи, которые будут рождать какие-то ассоциации не только для съемок в России, я думаю, что и зрителю будет интересно. Он будет видеть разные страны, разные пейзажи, разную архитектуру. Главное, что есть образность в стихах. Камера! Начали! По сюжету у нас роль Валерии в юности исполняет ее дочка, молодая актриса Анна Шульгина. Блин. Можем? Да. Камера. Стоп! О, о-ля-ля! Большое спасибо! Ура! Съемка окончена! Вино, это вино. Я предлагаю спать.